Я всех вас приветствую сегодня. Данное видео новинки аксессуаров, которые мне понравились за последнее время. Если вам интересна эта тема, то я буду только за, если вы со мной проведете эти несколько минут. Последнее, что я приобретала из аксессуаров, это были очки. Свои от BeFree, в которых вы видели меня часто во влогах. Я их где-то посеяла. Также обновила расческу Tangle Teaser. Моя еще прошлая живая, с ней все хорошо. Я просто приобрела эту на прозапас. Pull & Bear, это, кстати, мой самый любимый магазин, моя самая любимая марка. У меня большая часть вещей из этого магазина. Но теперь пришло время и для аксессуаров. Я приобрела вот такой вот обычный кошелечек. Такой обычный на замочке кошелечек. Ничего особенного, но он маленький и очень хорошо подходит для маленьких каких-то сумочек. И также я заразилась, как и все остальные, вот этой вот модой на чокеры. Я, в принципе, когда-то давно, когда это было модно, носила чокеры, мне нравилось. И я приобретала их в Страдивариусе. Первый это такой вот со звездочкой. И, честно, он мне не очень понравился. Как-то он не для меня, что ли. Такой мне очень понравился, такой ажурный. Мне кажется, будет моим фаворитом. И вот такой вот с якобы жемчужинкой мне тоже очень понравился. Сидит гармонично и ничего лишнего. Что не могу сказать про этот широкий. Я думала, этот будет как раз таки смотреться на мне суперски. Они продаются набором, поэтому выбирать у меня не было возможности, но если бы я выбирала, я выбрала только вот эти два. Они есть разных цветов, разных вариаций там в Страдивариусе, так что вы можете в принципе зайти и выбрать что-то для себя. Также я обновила свои резиночки Invisibubble. Кстати, те, которые в Fix Price продаются, мне не очень нравятся, они какие-то очень жесткие. И, конечно же, моя главная покупка — это приобретение сумки. Я ее также приобретала в Pull & Bear. Почему я выбрала именно такую, как многие скажут, аляпистая, какая-то некрасивая. Я вставлю вам фрагмент, с чем я ее собираюсь носить и комбинировать. Ее красивая фурнитура, она не какая-то желтушная. Одно отделение, дополнительный кармашек. Я уже пробовала в нее засунуть все то, что мне нужно, и все в нее довольно-таки вмещается. На самом деле это все. Прошу вас оставить какие-то свои отзывы, что вам понравилось, что вам не понравилось. Приму все к сведению, нравится ли вам этот фон, либо нравится предыдущий фон, нравится ли вам картинка, гармонично она, не напрягает вас. Ну а мы с вами увидимся в следующих видео. До новой встречи. Пока-пока-пока-пока-пока.